Всем здорова, с вами Найт, и мы продолжаем проходить бесконечное лето пионерское пиво. В предыдущей серии мы успели попасть в совенок, мы успели с гопарями подраться, я имею в виду с Алисой и Мику, что на удивление, потому что Алиса нас заманила предложением «у нас есть пиво», Мику взяла меня за захват, ну точнее как Семена, и Семен применил секретную технику Джеки Чана, который называется «За сиську ухватиска». Так, и что там вон он там идет? Нет. Что нет? Вы по-любому затеяли какую-то ебаную ебанину. Я иду жрать, а вы идете нахуй. А за бутылку пива? Второй раз вы меня не наебете. Вот да. Кто один раз наебан, второй раз не наебется. Великая народная мудрость сказана мной. А за две бутылки? Идите нахуй. База кормит. Хе-хе-хе. Вот это база. Бейс. Это база. База хуяза. Что, блядь? Короче говоря, идет он нахуй этот. База хуяза. База хуяза. Эврика! Кого? А схуяли скрывалась-то? Пио, пио! Топ гир, топ гир! Стоп, я не понял. Семен! Можешь забрать пакет с синими кристаллами? Он в клубе. Нахуя? Пиво? Ебать предлог! Зайдя в клуб, Семен взял пакет с синими кристаллами и направился в кладовку. Там было заветное пиво. А ну съебался отсюда! Ты охуел, старый уебан? Стоп. Охуеть, мистер Уайт? А, хороший мистер Уайт. Я смотрю то, что вы похорошели. Ебать твой рот, персонов. Какими судьбами? Да ебан рот, я за пивом вышел, а в автобус сел и пиздец. Кстати, пиво будешь? Ебич. А, помнишь, как мы с тобой пиво в кабинете химии варили? Это, мне кажется, на превьюшку пойдет. Хотя нахуй я текст убрал, я все равно в файлы мода полезу, как я уже привык. А то я когда-то, давным-давно помню, чтобы мне вырезать какой-то спрайт, я просто брал и вот так вот стерочка весь фон стирал и такой аккуратнее. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Времени это занимало дохуя. Это когда еще трудовик поспорил, попросил охмелиться, а в итоге в обморок упал, да? Сам виноват, нехуй залпом ебашить целую кружку 80-градусного пива. Догнать мы умели. Я там около недели его бухал. А помнишь, как тебя мужа директрисы по школе гонял за то, что ты ей поебаться предлагал? Ха-ха-ха. Спустя некоторое время и целый ящик пива. И мы с Артемоном бежали в масках за животными и хохотали май-май-ми. В школу закинули 12-е корсары во все толчки. А, помню, тогда эта ебанутая вахтерша еще работала. Она Артемону клюшка по ебалу зарядила. Кстати, а как он поживает? Да никак, пьет все, что видит. В основном водку. Помню, когда он был пиздюком и пил только пиво. Один раз даже стащил у трудовика водяру, налил ее в пол в форме члена и поджег. Бля, суска, было же время. Ладно, парень, я на боковую. До завтра, учитель. Хуй! И день третий пошел. Мне вот действительно интересно, тут все 7 дней или на какой-то из дней мы просто такие либо сопьемся, либо, я не знаю, где-то наебемся, либо выберемся из лагеря. Время 7 часов 13 минут. Волан-де-Морт, ой, блядь, этот Фантомас, доброе утро. Осмотрев комнату, Семен заметил, что вожатая мирно спит. Такс, блядь, пизда! Пизда. У меня нет сомнений, даже малейших. Я сейчас получу пизделей самых мощнейших. Блять, я представляю еще.
Только не говорите, что он набрал холодной воды. И сейчас кому-то будет рота подъем! Бам, нахуй! Стой, пидор! Ну, в принципе, достаю я, стою. Съеби с дороги! Братан, я ее остановлю, беги! Хуяк! Пизда, пизда, пизда! Мистер Уайт, меня хотят отпидорасить, спасите! Пиздуй в кладовку. Где этот ублюдок? А я чё? Я ничего, ебать. Иди-ка ты нахуй. Это наша точка, блядь. Ты въебался? Я тебе пизды дал. Ты должен был косарь отдать. А тут хули так мало, урод, блядь, ты. Ой, блядь. На самом деле, я не имею понятия, где находится этот индивид. Передай этому хуесосу, что он будет помогать показывать кино. Говно вопрос. А какое кино показывать? Я что-то не понял. С оранжево-черного ютуба или что? Да и пошло оно все нахуй, это кино. Семен! А ты зачем вожатую водой облил? Я обещал ей еще с прошлого мода. Что? Стоп, блять, какого прошлого? А вот сейчас мне интересно, а что за прошлый мод? Блин, вот это я понимаю. Мотивация посмотреть прошлый мод чисто из того, что было в прошлом моде. Типа... Вот это я понимаю, самопиар, самореклама. Забей, пойдешь кино смотреть? В отличие от тебя, пойду. Поверь, я и устрою блядский кинематограф. Семен! Я, наверное, пойду. Пионер не должен так себя вести. Вожата наклонилась к уху Семена. Я тебе яйца отрежу, сука. Хотя нет, надо вот так вот озвучивать. Я тебе яйца отрежу, сука. Так или иначе, ты будешь работать в паре с таким же долба... Я имею в виду, с таким же непорядочным пионером, как и ты. Толик, подойди. Бля, этот Толик зеболан из столовки, ну пиздец, а тут Толик зеболик. Клим Саныч, я вас категорически приветствую. Бля, он ничего так... Был бы я пидором, отдался бы. Дементий, гони свиней. Зебанаты, короче, тебе вы знаете, что делать. Ольга Дмитриевна, сейчас подумайте. Блять, два сапога пара. Нахуй я его позвала сюда? Пошла нахуй, пидораска. Ну что, мой новый друг, пошли показывать кино? Позвольте кое-что рассказать про Толика Еболика. Толик орудует по ночам. Временами он подрабатывает киномехаником. Пленка с фильмом намотана на несколько больших бобин. Если приглядеться, в правом верхнем углу видны маленькие точки. А у нас их называют сигаретный ожог. Он включает другой проектор. Показ продолжается и бла-бла-бла-бла-бла. Также тут имеется интересного... А, типа это Семён рассказывает... Блять, был бы Семён блогером, он бы, скорее всего, такой бы блог и вёл. Скажем, вклеить порнографические кадры в семейный фильм. И когда Шурик, тот, который из фильмов, сидит в ухуях, смотрит на то, как тот, кто не работает, но ест, на экране проскакивает что-то, что я вставил в фильм Толик. Крепкая мужская дружба. Блядь, я так понимаю то, что мне надо будет что-то цензурить в этой серии, да? Получилось неплохо. Блядь, это мало, надо еще. Сегодня дискотека, ты идешь? Да. Семен. Сегодня вечером у меня в домике. Блять, цензурить придется точно. Или нет? А у тебя есть девушка? А зачем? Ну, чтобы это, любители что-то в отношениях делают. Ну, в отношениях обычно ты покупаешь чипсы, спрашиваешь, тебе купить или не. Говорит то, что нет, это существо эдакое с другой вселенной, с другой планеты.
А потом, когда ты жрешь свои чипсы, вот это наглое мудачество, я просто не могу назвать по-другому, просто лезет такие, дай, моё. Как эти чайки из «В поисках Немо». Дай, 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 дай. Ну, лично мне женщина не нужна. Мужик, уважаю. Ну, как знаешь. Ладно, Семён, тут наши пути расходятся. Ты занимайся своими делами, а я пошёл ебать Женю. А, ну, как говорится, удачной переборки библиотеки. Хорошо бы книжки вам полистать. Ха, прикол. Мистер Уайт, я пришел пить пиво и смотреть Ворониных. Нет, нихуя. Здорово, юным террористам. Привет, юным камикадзе. Семён, можешь мне помочь? Такс, ни о чем таком не просить. Воровать я нихуя не буду. Я не... Ладно, чуть из меня не вырвалось кое-что. За что бы в мою дверь так бы постучали такие. Разрешите доебаться. Смотря какой фильм. Ульяна протянул Семён кассету с американским психопатом. И да, мне снова до пизды на то, что фильм еще не вышел в то время. Будем считать, что тут про... пронаальные явления... ну, короче говоря, пронаальные явления работают во все стороны. Продолжаем. Вот этот фильм. Ты его видела? Не-а. Но это ведь комедия, да? Ну, подожди, сейчас Толик с Семёном немножечко подкорректируют этот фильм. И будет интересный познавательный фильм. И Ульяна узнает, откуда берутся дети. Семён скукурузил супер криповый зебальник. Блять, мне аж самому страшно стало. Пойду я пока малючка в дебу. Ок, я продолжу. Это ведь комедия, так? Пизда тебе. Да, это комедия. Ну тогда включай, чего ждешь? А, фильм и правда комедийный. Сейчас тебе, блядь, устрою комедию. Ты не против, если я включу музыку? Включай, конечно. Так, вот это подойдет. Семён, тут ебутся. Да-да. Ульян, тебе нравится песня? Я на самом деле не служу такой жанр музыки, но именно эта песня запала мне в душу. Помню, как услышал ее по радио, когда приехал в машине. Не знаю, чем она меня зацепила. Возможно, своим спокойным, немного тоскливым темпом, который сохранился в любой ситуации. Семён, смотри! О, господи, он голый с бензопилой бежит за шлюхой! Эй, Ульяна! А-а-а! Получай, тупая сука! Теперь-то ты не будешь подрывать памятник, ебаное быдло! Я не знаю, это надо цензурить или нет. Но лучше... лучше не надо. Я вернулся. Продолжаем. Итак, Семён проломил Ульяне голову топором и сломал ей все кости... Кого, блядь? Я немного поменял сценарий. Ты не против? Ты что сделал, долбоёб, блядь, что ли, шизик ебаный? Да ладно тебе, нормально получилось. Нет, ну ты представь, в каком еще моде ты увидишь, как ГГ ебашит Ульянку под песню Аллегровой. Пизда, дебил, блядь, отматываем все назад и действуем по первостепенному сценарию, сука! Ну, хуй с тобой. Вот этот фильм, а? Ты чего завис? Я говорю, вот этот фильм. Семён посмотрел на обложку фильма. Знаешь что, а иди-ка ты нахуй с такими фильмами. Семён включил Ульяне «Том и Джерри», а сам упиздил о колесе. Ух ты, спасибо! Нахуй и в пизду. Как бы нахуй уже выполнено, а вот в пизду сейчас идем выполнять. Тук-тук, блядь. Блин, что так долго-то, а? Блять, я надеюсь то, что фантазия в помощь. Мне ничего тут не придется вставлять. Так, сначала я не включил фильм про психоубийцу, потом про песню Аллегровой захуярил ее топором. Дальше автор мода захуесосил меня за то, что пришлось это сделать.
и пришлось ее отмотать назад. Ну а позже я включил Ульяне, Тома и Джерри и ушел к тебе. Очень смешно. А у тебя уютненько. Давно переехала? Дурак? Нет, блять, косынка. Ладно, не суть важна. Ты умеешь играть на гитаре? Семен не стал ее дослушивать. Ща ёбну пушку. Вот и помер дед Максим. Ну а пока Алиса перерабатывает в охуях, я вам расскажу анекдот. Как называется армянская Toyota AE86? Хачи Трукачи. Ладно, анекдот и правда хуйня. Ну как? Нихуя ты романтик. В общем, Семен, я тебя люблю. О-ба-ба-ба-бам. Я тоже тебя люблю. Не, все-таки этот мод чуточку не дотягивает до истории двух студентов. Вот там я понимаю. Там сюжет, постановка, харизма персонажей. И самое главное. Самогонщик, который в деревне варил самогон. Это самое важное. А тут пойду поебусь. Да окей. Типа, что тут такого? Как будто кто-то перед написанием этого мода ручную работу не сделал. И вот его приспичило и такой, а, похуй, сделай-ка тут это. Ок, а что вообще делать в отношениях? Будем смотреть фильмы, печь рыбу в тесте и друг дружку видеть во сне? Может, потрахаемся? О, блядь. Хорошо, что вот это выскочило. Let's go. Ладно, так и быть. Накину пару артов, которые я благородно спиздил. Ну зачем? Что ж, спокойной ночи. Я уверен, то, что я это вырежу к хуям. День четвертый. Надо было вот по эпизодам назвать, как «Звездные войны» эпизод первый «Скрытая угроза», так и тут. День первый «Скрытая угроза», день второй «Бомбардировка Ольги Дмитриевны водой», день четвертый «После перебирания струн с Алисой». Время 7 утра, но Семен не в щи. Кто-то стучал в дверь. Дам пизды, порву рубашку. Семен? Доброе утро, почему ты в домике Алисы? Нет, это не мое дело, я попрошу только меня трахнуть, но все-таки у вас все серьезно, как бы, да? Да ты мне казалось, но ты и ты даё? Чё, кого даё? Стоп, или это фраза этой, Паймана с Геншина? Да, реки, будет когда мной, и ты где даё? А, окей, понял. Хе-хе-хе. Мику, а ты куда? Ну постой, давай поговорим. Семен бежал за Мику в одних трусах. Квай, спасите, блядь. Орген Митро, спасите меня, зебут. Пошла нахуй. Отъебись, отъебись. Я из тебя роллы свою кручу, сучка. О, привет. Ребята, вы чего? Спасите! В раму, цу-цу-цу-цу-цу! Мику, выходи! Семен заметил движение под роялем. Ну, как говорится, не лучшая поза, чтобы спрятаться. Мику! А-а-а! Бля, мне кажется, этот мод надо... Надо было назвать Зеблепокалипсис. Так, а чё там говорила? Пидорас. Окей, да ладно, смешно же получилось. И больно тоже. Тебя никто не просил так резко вставать под роялем. Все равно ты пидорас. Диас, Семен, нам нужна твоя помощь. Пошли. Та-та-ра-та-та-та-ра. Нихуя себе у вас там дискотека. Курильщикам трудно без плана. Слезятся в глазах. О, персонов. Кентяри, кого ты?
Та-та-ра-та-та-та, я лучше буду что-то говорить, я не хочу АП. Хоть монетизации нету, но похуй, все равно не хочу. Ник молча протянул Семену косяк. Курильщикам трудно без плана. Семену протянули косяк. Уолтер Уайт смотрит на него с опаской. А Толик предлагает пивас. Ух ты ебать! Тан-та-ра-та-та. Нихуя себе, это как? Забейте, я просто вштырила. Время охуительных историй? Давай, сынок. Как-то раз я пришел на устный экзамен, будучи от тебя ебаным в говно. И она мне такая, тяните билетик. А ты что? Немного не расслышал. И схватил ее за сиську. Классика. Она мне, кстати, экзамен засчитала. Говорит, давно не получала такого оргазма. Обстановка была лучше некуда. Ник ходил по квартире и ебашил воздух кулачками. А, нунчаками. Толик гладит подушку, думая, что это кот. А тем временем кот Семёна успел надышаться каннабисом и пиздел с мышами за жизнь. Мистер Уайт играл сам с собой в пьяницу. А Семён лежал на полу под люстрой, как ебучий крэш-бандикут. Так могло продолжаться вечно. Здесь кто? Да ёбана в рот. Семён? Волт? Толик? Ник? Яхай, бля! Teenage Mutant Ninja Turtles! Семён встал в стойку, аки брюс, сука, ли. Волт попытался уебать леденец о пол, как в сериале. Ник ебашил нунчаками электроника в кладовке. А Толик пил пиво, ему было похуй. Ебанутый совсем! Какого хрена тут так накурено? Вы совсем ебану... Короче, Шурик пропал, иди ищи. Ну, блять. Пойдем за ним, да? Алиса, ёба народ, пошли. Мы идем за Шуриком в старый лагерь. Тут есть проход на площади через шахту. Бля, а почему в оригинале Семёну никто про это не сказал, то, что тут есть проход на площади? Вот у меня такой вопрос, почему в оригинальной истории Семёну никто об этом не сказал? Ищи Шурика, нам похуй как, но ты его ищи и найди. Шурик, ну это же Шурик, как он мог потеряться? Нам похуй, до него мы его искать не будем. Все, Семён пусть идет ищет. А схуяли тут вообще проход в шахту должен быть? Не знаю, мы с Ульян как-то раз туда петарду кинули. Оттуда кто-то матом орать начал. Нихуя себе тут ложка проработал. Долго ли, дохуя ли, но Семён и Алиса дошли. Блять, а как открыть ты её? Смотри, Алиса что-то налепила на петли. Аллаху Акбар! Алиса, мне чуть нахуй мозги не выжебла! Охуеть, а они у тебя есть? Да, бля, ладно, ебашь еще. Пошли. Семён, что это? О, господи, это же... Стрела хороших трэш-модов из Тима. А этот я не читал, надо бы его почитать. Из повечерника надо бы тоже посмотреть. Пацанское лето. Я про него что-то слышал, но что-то как-то не. А вот это самое лучшее из всех. Вот как говорится, старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший был совсем дурак. Ну а пиздюк, вот это вот Хасбик, это вообще охуительная история. Привет, меня зовут Стим Пирожков. Узнали? Ну естественно. Ребят, если вы хотите написать отличный мега-супермод, от вас мне нужны... А. Талант. Б. Трудолюбие. С. Энтузиазм. И самое главное... Никаких хентай-сцен! Вижу, вы не согласны. Мне похуй. О, господи, ну и ужас. Ой, блять. Вырежу, наверное. Алис? Да. Пизда! Смотри, дверь! За дверью были слышны звуки секса.
Ебаться вредно! Сперма ядовита! Сиськи отвратительны! Да. Семен вышиб дверь с ноги. Все ожидали увидеть Шурика. Вы бы даже не удивились, если бы Шурик был в латексе. Но я не люблю но я люблю неожиданные повороты. Особенно ебанутые. Зюля зебет Шурика, пока тот чинит трубопровод. Не знаю, откуда мне это в голову пришло, но... Юля стропонила Семёна с другого мода за то, что тот ее раздавил на части. Ладно. Ладно. Окей, это неожиданный поворот. За это десяточку. Получай, урод. Тот факт, что я кошка-жена, которая ест чашка рис, не дает ей права булить меня несколько циклов подряд. Семён с другого мода лежал на полу и истекал кровью. Конченый долбоёб, ничему тебя жизнь не учит. Ну что, теперь будешь шутить про кибернетиков? Они, может, и геи, но парни-то хорошие, а ты конченый хуесос. Нет, Семёнчик. Юля подошла к нему в упор. Я трахну тебя в твою жопу. Помнишь меня? Семён с другого мода умер. Нет! Алиса, съебываемся! Юля заметила нашего ГГ Алису. Ребята, можно я его съебну? Бежим! Семен, это волосатая пизда нас догоняет! Эньки-баньки, сосите кирбинетики! Прыгаем! Мы прыгнули в завтрашний день. В завтрашний день может не каждый смотреть. Может не только лишь все. Мало кто это может. Пиздец вам. Лена сидела в углу комнаты и грызла голову Виолы. Семён. Семён проткнул руку сквозь живот Лен. Чё тут, блядь, пошло? Прощай, бешеная, блядь. Стоп, что? Пиздец. А я не могу понять, куда мод, блин, пошел. В какое русло? Семён. А, ну я понял. Я разобралась с вожатой, как ты и хотел. Неужели ты не рад? Ну и как тебе, блядь? Я ненавижу. Блядь, цыган. Блядь. Ульяна, мать вашу, столько евреев, что после того, как в нее кончили, она слила остатки спермы с вами. Не пропадать же добру. Мику. Привет. Хе-хе-хе. Семён. Ух ты ж, блядь. Бонзай. Пидорасец. В пизду, блядь. За императора Хирохиро. А, Хирохито. Они, блядь, что, через дырку попали в другую реальность лагеря или что? Проснись, долбоёб, ты обосрался. Блядь, так это сон был? Ты чуть меня не задушил, нахуй. Выходит, моя жертва была напрасной. Ну, блин. Тебе правда только это волнует? В общем, сегодня твоя цель... У самурая нет цели. Есть только путь. Весь твой самурайский путь — это от столовки до параши из-за просроченного кефира. Похуй. Ну, я такой хуяк и взорвался нахуй с этими блядями. Ха, видимо, не стоило так накуриваться. Так, а что там с этим Шуриком? Да, в душе не ебу, мы его так и не нашли. Я вообще-то тут. А где ты, блядь, был? Нас чуть кошка-девка не пизда, не выебала. Ходил в старый лагерь за деталями, потом уснул на поляне, а ближе к ночи вернулся. Ну ты и пидорас. Оконченный пидорас. Бен-бен-бен, Калиса в здании. Бен-бен-бен, педики, спасайте задницы. Ладно, шутки в сторону. Что вчера случилось после того, как мы упали? Ну, слушай.
10 часов назад. Ну что ж, я думаю, то, что на этом мы как раз приостановимся и будем смотреть, что же было 10 часов назад в следующей серии. Я не знаю, то ли одна, то ли две, то ли три серии до конца этого мода осталось. Но, мне этот мод нравится. Да, хоть тут немножечко в упор того, то, что, о, там пошли поебемся и все в этом духе, немножечко портит атмосферку, но в принципе, мод очень даже приближен к уровню этого. Истории двух студентов. Вот. Этот мод мне пиздец как понравился. Так что посмотрим, что будет дальше. А на этом все. С вами был Найт. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь видео с друзьями. И всем до скорых встреч. Всем удачи, всем пока.